расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Буква Т дает человеку настырность, могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Редко встречающийся в именах звук У воспринимается на слух свежо и оригинально. Обладатели этого имени не жадные и относятся к деньгам как к средству достижения цели. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное Ф. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буква У в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. В противном случае стоит ожидать репутации жестокого и равнодушного карьериста. Да и в семейной жизни такие качества могут сильно помешать. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Негативные качества, возможно, проявление алчности и чрезмерной амбициозности. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.